Мы с партией «Единой России» действительно очень долго и упорно работали. Так не легче ли дальше продолжать эту работу? Мы поняли, что сегодня это уже работает слабо. Потому что в Думе «Единая Россия»... Почему слабо работает? «Единая Россия» вообще не партия большинства. То есть не она решает вопросы в Думе. Серьезно? А кто? Правительство и некое, значит, скоординированное мнение администрации, правительства. Ну и некоторое влияние оказывают бизнес-организации, плюс отдельные другие общественные организации. Но на самом деле «Единая Россия» только голосует. Хорошо, а почему тогда ваши...